Не успела еще человечество привыкнуть к тому, что вокруг Земли начал вращаться первый искусственный путь, когда в нашей военной появилась вторая советская Луна. Она движется на высоте 1900 километров с космической скоростью 8 километров в секунду. Сейчас у всего мира помещаются все фотографии, рисунки, посвященные второму искусственному спутнику Земли. Человечество восхищено выдающейся победой советской науки и техники. Академик Седов рассказывает. После запуска искусственных спутников открыли двери в мировое пространство. Созданы космические лаборатории, которые позволяют